Всем привет! Сегодня очень ветрено, прохладно, что-то очень. Не знаю, с чем это связано. Может, какой-то прям циклон такой. Я не знаю, где-то с Каландии пошел, там еще что-нибудь такое. Но такой хороший ветерок. Вот. Что могу еще сказать? Да, я знаю, многие ждали выхода видео из Германии. Вот, пожалуйста. Вот вам видео. Конечно, сейчас вот уже как 2 недели. Да, уже 2 недели. Прошло, как я уехал с России. Вот. И вроде бы как бы отчасти вроде бы как бы и грустно, вроде бы и не грустно, непонятно. Вот. Смотря как это все оценивать. Вот. По каким критериям и как это все делать. Вот. Да. Сейчас. С такого ракурса ничего я не снимал, чтобы как бы идти и что-то рассказывать. Да. Для тех, кто смотрит меня с России, наверное, будут удивлены, как бы, почему, из-за чего я переехал там, почему как бы у нас большая страна такая, Россия, и как бы мы вроде бы должны, ну, быть примером для разных стран, там, что мы такая большая, могучая страна, а получается мы бедные, нищебродская страна. Это даже не говорю ни про дороги, ни про чё, ни про наши бюджеты там. Вот. Что вот я хочу сказать по поводу детской площадки. Детская площадка была нормально, ну, изменена. Тут сделали вот такой вот лавочки, тут карандаши поставили, ну, что типа детская. Вот такая вот есть гаси-бокс называется, для собачек, чтобы когда они покакали, вот, то за ними надо убрать. Потом также вот нельзя с собаками ходить в шпильплац. Нельзя с собаками, нельзя грилить там, с алкоголем, с сигарами, там вот это все вот, с разбитыми бутылками нельзя ходить. На велосипедах нельзя ездить до 12 лет, без 12 яра. Вот. Вот так вот. Кто не знает, я живу в городе Аллен. Это относится к земле Северной Рейн-Вестфалии, бывшей ФРГ до 90, как бы не 2-го года, а то и 91-го. Вот. Потом, что хотел сказать, Аллен находится где-то под Мюнстером, где-то так вот. Вот, под Мюнстером находится. Германия очень славится своей чистотой и чем еще? Хорошими дорогами, экологическими, там, какими-то там экологически промышленными сетями, вот. Сегодня уже 5 марта. Видео выйдет, наверное, как бы не 9 числа. Вот. Проходим там, делают эти ремонты, ремонтируют. Видео выйдет 9, наверное, марта, потому что 8 марта. Ну, как бы женский день. Вот. Эти поздравления сейчас будут там в Ютубе.
Вот. И видео может даже и не набрать так много этих просмотров мое, которые я сейчас снимаю. Также вы можете видеть, какая весна уже в Германии. Видите, уже появились листья. Ну, такая тут зелень постоянно. Круглый год, считай. Вот, также я не знаю, что это дерево. Как бы это ни яблоня была бы. Или вишня, я не знаю. Точно. Или вишня, или яблоня. Может, даже дикая яблоня, я не знаю. Я не разбираюсь. Вот так вот. Как бы я, да и многие вообще немцы. Сейчас подбежим. Я и многие немцы любят такую вот скромную такой вот и тихие места. То есть, например, такие города, вот как Аллен, там, ну, короче, да, 100 тысяч жителей. 150, не больше. Вот наш город Аллен, который относится к земле Северной Рейн-Вестфалия. Тут также находится недалеко город Кассель, но Кассель, он тоже находится, земля Северной Рейн-Вестфалия, но он присужден земле Хессен. Вот. Земле Хессен. Ну, я уже иду к дому. Вот. Так что, наверное, буду заканчивать видео. Вот. Буду заканчивать свое видео. Хотел сказать, что я, наверное, буду выпускать каждые 3-4 дня видео, потому что сначала надо снять материал, потом надо смонтировать его, там все это сделать. Вот. Вот так вот. Всем привет. Сегодня уже 6 марта. Сегодня второй день, как льет дождь. Вот. Уже похолодало так вот глобально. Вот так вот. Не знаю, сколько сейчас градусов, но градусов, наверное, 3 точно. Есть ветерок. Дождь такой хороший. Такой вот. Вроде как бы хорошо, что дождик, а вроде как бы и нехорошо. Вот так вот. Дождь прям шурует, еще сильнее стал. Вот так вот. Идет дождик. Не знаю, видите ли вы или не видите. Может, и видите, не знаю. Что хотел сказать про коронавирус в Германии. Да, говорят, что там тоже в Северной Рейн-Вестфалии. Сейчас, стоп. В Северной Рейн-Вестфалии там живет в Хайнсберге одна ютуберша. Ну, блогерша даже, наверное. Ведет свой блог тоже, как и я, в Германии. Вот. У них в Хайнсберге. Ну, у них именно район Кракен. Вот. Она живет. Ну, район Кракен, но так город Хайнсберг. У них там приехали, не знаю откуда. Но я знаю, что семья приехала. Муж и жена приехали. Не знаю, с какой стороны. Что-то либо из Италии, или что-то такое. Вот, и они были заражены этим вирусом, коронавирусом. Вот, и у них какой-то там
объявили какой-то карантин, в общем, нельзя ходить в школу, в садики, вот это на работу что-то, я не знаю, точно не понял, вот. Вот так вот. Потом их отвезли в Дюссельдорф. Дюссельдорф от нас находится, может, километров 150, вот. Мы живем под Мюнстером. В Мюнстере тоже. Ну, Мюнстер, где мы, большой город так-то. Вот. И Мюнстер, получается. Мюнстер, получается. Сейчас, секунду. И Мюнстер, получается, находится от нас 50 километров аж. Вот. Около нас еще есть город Хам. Ну, он тоже такой же, где-то 136 или 126, что-то такое. Вот. Людей. Жителей, то есть, населения. Вот, там вроде бы нет пока что ничего. Хам находится от нас 10-20 километров. У нас нет ничего, в Хаме тоже нет ничего. У нас еще есть Верна, в Верне тоже нет ничего. Верно, 20-30 километров от нас. Потом, что еще, Бекум. Видео у нас было. Вот. Прошлое или не прошлое, я уже не помню. Вот. Поездка в Бекум. Вот. Там нет тоже ничего. У нас в Алине тоже нет ничего. Вот. Какой-то прям циклон пошел, прям такой хороший. Холод пошел, было, блин, тепло, так хорошо. Можете заметить, что везде ездит на таких вот машинах, там крутых таких Audi, BMW, Форды, Мазды, Мерседесы. Там что еще? В общем, такие хорошие, такие богатые. Почему? Потому что в Германии зарплаты от 900 от 1000 евро. Переводим на наши 100 тысяч. А, нет, не 100. Вру. Сейчас курс он туда-сюда ходит. 80, 70, 90, вот так, тысяч. Вот. И смотря на наши зарплаты, 20 тысяч рублей в месяц. Это все в месяц. Ну, видно, что прям отличается так глобально. Вот. Квартиры, конечно, дорогие. Мы смотрели. Или однокомнатный, двухкомнатный, что-то такое, 180 тысяч евро. Ну, как, ну, в принципе, так же, как у нас. Только трехкомнатная в каком-то районе Москвы. Вот. Потом, тут машина стоит 15 тысяч евро. Сколько там, 20? Ну, не так уж, в принципе, дорого для за таких зарплат. Вот. Потом тут есть еще так называемый Kindergeld, детские пособия. Они даже мне выплачиваются 200 евро в месяц. Вот. В принципе, тоже хорошая прибыль. Потом, если ты, например, пошел в больницу или что-нибудь там, в зубному, у тебя оплачивается страховка. За тебя все оплачивается страховка. Ну что ж, я аж подошел к дому. Заканчиваем наше видео. Все, всем удачи, всем пока.